программе визита Владимира Мединского было и знакомство с проектом исторической реконструкции на Красной площади, и встреча с деятелями культуры и искусства. На Красной площади столицы развернулась гражданская война. Вот сам легендарный комдив Василий Чапаев вместе с боевой подругой Анкой-пулеметчицей на тачанке. Рядом солдаты Чапаевской дивизии. Уличная сцена сменилась театральной. В Чувашском драмтеатре шла репетиция спектакля о еще одном выдающемся земляке – Константине Иванове. В постановке задействована народная артистка Советского Союза Вера Кузьмина. На встрече с руководителями учреждений культуры республики обсуждали вопросы развития детских театров, муниципальных библиотек, строительства сельских домов культуры. Владимир Мединский отметил, республика один из тех регионов, где власти оказывают большую поддержку культуре. Мне приятно, что я увидел в Чувашии действительно искреннее неравнодушное отношение к проблемам культуры и стремление максимально поддерживать дома культуры, детские школы искусств. Поддерживать национальные театры. Ведь хочется, конечно, помогать тем, кто сам проявляет как бы самоотдачу в деле поддержки культуры. Что же касается, что самое главное? Самая главная задача национального проекта культуры – это развернуть культуру к людям. В этом году республика отмечает юбилейную дату – 550-летие основания города Чебоксары, а в 2020-м – 100-летие со дня образования Чувашской автономии. Объекты отдельные введены, отдельные строятся, отдельные будем достраивать, но на этом жизнь не заканчивается. И в следующем году, в 2020 году, к юбилейной дате образования Чувашской автономии, мы многое сделаем. Всего 100 мероприятий. Они вписаны в решение правительства Российской Федерации. Кроме этого, мы на республиканском уровне свои мероприятия. В-третьих, хочу сказать, люди вовлечены по реализации проектов, реализованных на инициативах самих граждан. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Игорь Зверев, Республика.